Так, ну что, давай, наверное, съедим на этот раз мухомор. О боже! Всем привет, и сегодня смотрим «Богатыря». Если кто не знает, это что-то вроде, я не знаю, попытка русских сделать Torchlight, Patchwork-style и что-то еще. Ладно, я прикалываюсь. На самом деле, это еще одна индюшка, которую сделал, возможно, один человек, а возможно, не один. Но в любом случае, вы сейчас сами все увидите. Эх, с древних времен воинство Руси вело бесконечную войну с кочевниками юга. Последняя война на границах Южного княжества длилась 10 лет. Там и проставился наш герой-богатырь. Бок о бок с князем Всеволодом богатырь сражался с кочевниками, пока не погиб последний басурманин. И, кстати, этот шрифт очень тяжело читать, так что давай его пропустим. Это вот наш герой, как будто нарисован первоклассником, боже мой, акварельными красками, судя по всему. Ох, ладно. Так, ну что ж. Путевой камень. Вы видите камень с древними рунами. Кажется, эти руны были оставлены для вас разработчиками этой игры. Сохранение. Подойдите к православному кресту и нажмите ЛКМ. Богатырь помолится, и это сохранит игровой процесс. Молитесь почаще. О как. Ну, в общем, ладно, давай пробой спросим. Используйте спецатаки с помощью цифр 1, 2, 3, 4, 5. Спецатаки разблокируются по мере повышения уровня. Оказывается, тут есть даже уровень. Ну ладно. Так. А вот у нас и православный крест. Жалко, они анимацию молитвы не добавили, но что поделаешь. Купец. Разговаривает сам с собой. Треклятый мул, угораздил же внести в эту канаву. Что на меня ставился животное? Сейчас как найду кнут. Это ты мне? Что за... А, прости, не приметил тебя. Ну, если тебе нравятся такие обращения, то к тебе. Кем будешь? А по доспеху не видно? Я без суть не приметил. Глянь, какой здоровенный, да еще и при доспехе. Ты не подумай, болтать люблю, просто проблем не хотел, особенно с бугаем таким. Так, нет чего на продажу? На продажу ничего нет. Ну, как, почти ничего. Продолжай. Я леснику местному старику топор вез. Надеюсь, он не помер еще. Если отец мой знал этого лесничего, да и дед тоже. Телега, сам видишь, видал и лучшие времена. Так, ближе к делу. Ладно, ладно, топор леснику отнесешь вместо меня. Хорошо, я помогу тебе. Спасибо, лесник живет на севере, за лесом и деревней Жменьки. Давай, не хворай. Окей. А вот у нас и... Собственно говоря, топор, который мы должны взять. Так. Погодим. Отлично. Давай тогда поищем, что тут у нас есть. О, дрын. Так, а сколько у него атака? Слушай, атака тут не написана. Я вообще не знал, что его можно поднимать. Господи. Ну ладно. Что у нас тут? Грибочки. О, боже, стой. Слава богу, хотя бы тут камеру можно поворачивать. Ну и, конечно, приближать, но... В общем, вы сами все видите. Так, а вот у нас и первая деревня. Тут больше ничего нету? Да, по идее, нет, не должно. Так, ну ладно, давай тогда поговорим тут со старостой. Или кто-то вообще есть. Так, а вот всякие собаки бегают. Староста деревни, на тебе доспехи, не припомню тебя с войны. Радость видеть здесь тружеников. Да, с южной границы, с князем Всеволодом. Князь Всеволод, неужто? Думали, он сгинул. Тут теперь заправляет Всеслав, сын его. Всеслав, странно. У меня к тебе пара вопросов. Чем могу помочь? Так, 10 лет не был в Бородных краях, какие вести по округе? Спокойно, вашими стараниями защитники земли нашей, пашем, сеем, квас пьем. Ну, ладно, давай, короче, спросим по поводу своей родной деревни, куда мы направляемся. Вести оттуда не было 2 недели, как раз только появились из леса эти твари непонятные. Поговаривают, что они того, напали на Жменьки,
да, на крепость местную. Ты Хайлоп, прикрой, смерть, не верю тебе. Бесов он придумал тут. Ну, знаешь, откуда они взялись? Они со стороны дремучего леса приходят, но никто, кроме старого лесника Евпата, не знает, как туда пройти. Тебе следует с ним поговорить. Ну ладно. Постой, у меня к тебе просьба. Наш поп пропал несколько дней назад, ушел на восток в лес и не вернулся. Не мог бы ты его поискать? Конечно, помогу. Спасибо, возвращайся как можно скорее, богатырь. Если честно, я не совсем думаю, что тут прямая шкала опыта, которая как-то у нас увеличивается со временем игры. Но, ладно, посмотрим. Так, а вот у нас и какой-то монгол. Добрый день, воин. Кочевник, ты говоришь на нашем языке? Да, жить тут давно, разведывай территорию, знаю тут всю округу. Что творится в этих землях? Чудовища пришли, деревни в огне. Меня тоже хотели съесть, я убежал. Так, ладно, мне пора. В общем, с ним особо-то и не поговоришь. Сами жители, кстати, выглядят немножко стрёмно, и как будто их облили каким-то маслом. Такие блестящие модельки. О боже. Так, ладно. Что у нас тут? 4 гриба. 5 грибов. И, о боже! Это наш первый противник. Похож на какую-то какашку, которая взрывается и разбивается на кусочки. О боже. В общем, да. Ну ладно. А, нам нужно в деревню Жмейка, но вообще мы могли бы попа отыскать. Смотри-ка. Ну, давай действительно попа попробуем отыскать. Кстати, хочу сказать, что игра стоила 100 рублей. Вот. О боже. Так, это у нас деревня. А, нам левее, получается, нужно. Ага. Так, где-то там поп обитает. Точнее, находится. Так, привет. Что у нас тут? Оу. Кажется, он вместе с бесами. Подожди, стой, стой, стой. Все, 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 давай. Новый уровень. О боже, серьезно? Блин. Ладно. Спасибо, что спас меня, путник. Рад помочь святому человеку. Дьявол попутал меня пойти в этот лес. И о чем я думал? Так, а зачем ты сюда пришел? Я просто прогуливался в окрестностях, молился, и на меня напали эти вурдалаки. Ты врешь. Как ты смеешь упрекать меня во лжи? Недоверие, тяжкий грех. Говори правду, что ты делал в этой чаще? Я не могу. Так. Я убью тебя, если ты не расскажешь. Ладно. All right. Принц Всеволод with pair. Кажется, мы сломали игру, и теперь он заговорил на английском. Ах ты, буржуй! Ты лжешь! Клянусь именем Господа, Бога нашего, говорю правду. Пожалуй, я просто оставлю тебя тут. Боже. Хорошо, я помогу тебе. Слава Господу, что ты оказался на моем пути. Мой приход в селе неподалеку. Большая церковь, ты ее не пропустишь. Ладно, пойдем. Я надеюсь, мы еще больше игру не сломаем. Оу, понятно. Давай пока поедим грибочки. Это, кажется, боровики, если я ничего не путаю. Хотя, если честно, в грибах я разбираюсь довольно хреново. Ну ладно. Так, это получается, тебя сюда нужно было довести или куда? Вроде бы. Да, вот. Слева деревня у нас. На божечки. Так, а где у тебя церковь? Это она?
Нет, это не церковь. А, вот и церковь. Храни тебя Господь, богатырь! Благословляю тебя именем Господа нашего! Да пусть он хранит тебя во веки веков! Ну, ладно. Давай поговорим со старостой, может быть, он нам даже что-то за это даст. А вот он. О, боже. Спасибо. Снова ты, приветствую. Отличная погода, не правда ли? Вопрос к тебе есть, староста. Чем могу помочь? Так. Слушай, а нет диалога с выполнением то, что мы священника отвели. Где все женщины в этом селе? Да как они? На поле ушли пахать. Но вот обратно идти не хотят. Все орут, что мы им помогали поле пахать. Да у нас дел других по горло. Ах вы суки. Ах, я помогу уговорить их вернуться. Да нам все равно. Можешь и поговорить, вернуться. Они бабы как-никак. Поорут, перестанут. О боже. Так, ладно. Ну что ж, давай тогда пойдем. Так. Бабы на поле. Боже мой. Это получается... Какое именно поле? Тут поле, в принципе, с каждой стороны практически есть. Так, ну ладно. Кстати, собак, если что, можно атаковать, но мы этого делать, наверное, не будем. А то меня опять обвинят в том, что я живодер в комментариях. А что вообще тут есть? Так, ну поле я не вижу. Хотя вот, смотри, что-то есть похожее на поле. Давай-ка сходим, посмотрим. Хотя я не помню, чтобы там был кто-то. Вообще никого нет. Ну, если не считать вот этого вот зомбака, то никого. Так, храни тебя Господь, защитник земли русской. Тут опасно, вокруг много упырей, тебе лучше уйти. А кто будет охранять поле? Скоро собирать урожай, я никуда не пойду. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Спасибо, что спросил, воин. За полем стала группа каких-то кочевников. При доспехах грозная. Ты мог бы их прогнать. Не понимаю, что у них на уме. Ладно, давай поможем. Спасибо тебе. Так, нам к этому задании сказали избавься от каких-то норманов. Ну, ладно. Давай, наверное, сохранимся и пойдем посмотрим, про кого он говорил. Плюс нам нужно получить уровень, так что почему бы и нет. Не знаю, тут у нас есть мухомор еще, который мы могли бы использовать. Так. Ну что ж. Так, пускай они подойдут поближе. Да ё-моё! Какая тут деревянная система-то. Стой. Давай, кушай, кушай, кушай. Да ё-моё, он меня пока атаковал. Пока я тут грыз грибы. Так, ну хотя бы радует, что тут работает нормальное сохранение, и мы можем вернуться опять к убийству наших монголов. Или кто это, норманы с щитами? Тем больше они напоминают монголов. Ну да ладно. Так, а значит они были у нас с той стороны? Давай посмотрим. Блин, жалко, что мы не получаем здоровье за уровень. Это обычно во всех почти РПГ так, но тут решили сделать иначе. Так, и я надеюсь, что я все-таки за этого парня получу уровень свой. Так, супер. Давай все-таки перезарядка у нас случится. И мы продолжим. За второго монгола мы должны получить уровень. Так, давай, 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 давай. Угу. Так, ё-моё, а там их несколько. Так. Отлично. Новый уровень. Как эта музыка переключается, это что-то с чем-то. Пару метров и все, звучит другая. Так, ну хорошо. Так, давай вот сюда, наверное, встанем. Так, стой. Так, тише.
Я не знаю, стоит ли, конечно, их убивать сейчас или уже отвезти по одному. Так, ладно. Отлично, сразу двоих. А, правда, конечно, влили они в меня урон, но что ж у нас там есть? Так, а, смотри, гриб. Отлично. И вроде бы монстров в округе нету. Так, и еще несколько боровичков. Супер, у нас почти полное здоровье. Так, кстати, а что это? У, православный крест. Давай помолимся. Помолимся, братцы. Так, все, сохранились. Теперь хотя бы у нас убито большинство вот этих вот. А, я не знаю, кто это, монголы, кочевники. Пускай это будут кочевники. Так, все, идите сюда, ребята. У меня тут бомбочка какая-то есть. На, вообще не попали. Хотя нет, смотри, в одного, кажется, все-таки что-то да попало. Так, минус один. И остался последний. Сейчас у нас перезарядка случится, и мы кинем свою бомбу. Так, ну что ж. Ой, ё-моё. Она ж рядом взрывается. Какого хрена? Так, все. Новый уровень. Теперь мы можем кричать, и взрывающейся свиньи у нас, к сожалению, нету. Так, о чем мы? Что-то подняли? О, оружие новое. Смотри. Какой-то... Что это у нас? Не молот. Пускай будет кувалда. Булава. Я не знаю, чем булава отличается от кувалды. Ну, наверное, булава. Надо будет потом посмотреть Вики. Так, давай-ка с ним поговорим. Кажется, мы сломали игру. Да, он нам ничего не говорит. О, господи. Все. Верни мой интерфейс, пожалуйста. Мужик, пожалуйста, верни интерфейс. А, боже. Ладно, что у нас за умение? Кажется, мы повышаем себе урон на время. Так, ну надо проверить. Так, тут какая-то бабка стоит. Давай сначала разберемся с монстрами. О, господи. Так, еще кто-то выйдет на меня? Нет, что-то как-то они неохотно двигаются. Ты что ж ты будешь делать? А я сохранился, кстати. Потому что если нет, мне опять убивать монголов неохота. Если, конечно, я не сделаю возврат этой замечательной игры. Ну ладно. Так, все, сделали сохранение. В общем, такая вот игра называется Богатырь. Вы сами все видите. Так что, да. До скорой встречи и удачи.